Традиционные символы православного крещения – морозы и купание в проруби. Если холодов в этом году синоптики не обещают, то оборудование купели идет в штатном режиме. Безопасность мест для купания обсудили на городской планерке. На территории Чебоксар традиционно оборудуют 4 купели у Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь установят палатки с отоплением для обогрева, пункты продажи горячего чая и выпечки. На левом берегу Волги купели организуют в районе Сосновского причала. Для жителей Новоюжного района – при церкви святых новомучеников и исповедников российских. Также окунуться можно будет в районе коттеджного поселка Дубки. В канун крещения 18 января купели осветит настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Петр. Самое пристальное внимание – соблюдению мер безопасности. Для поддержания в надлежащем состоянии территории и места купелей с 18 по 21 января 2020 года будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. 18 января по периметру крещенских купаний силами МВД будут установлены турникеты и организовано дежурство сотрудников полиции. Все подготовительные работы будут завершены 17 января. МЧС России по Чувашской Республике напоминает, что купание предусмотрено только в специально оборудованных купелях. Самостоятельный выход на лед опасен для жизни. Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика.